Перекресток Новосадовый и 22-го партсъезда. Здесь меняется схема движения. На этом участке уже нанесли новую разметку. Теперь здесь двойная сплошная. И поворот налево в любых направлениях запрещен. Разметку поменяли в начале сентября. На перекрестке Новосадовой и 22-го партсъезда уже установили новый светофор. Он заработает меньше, чем через месяц. Изменения заметили не все водители. Многие продолжают движение по старой схеме. Тем более запрещающих знаков нет, прежний светофор работает. А вот сейчас она что-то запрещена? Это уже запрещен налево поворот. Ну вот, я не часто, я не знаю, раньше был же здесь разрешен. Ну вот, сейчас вот теперь направо придется крутиться. Извините. Движение здесь активное. Утром и вечером большой поток машин. Часто дежурит наряд ДПС. За поворот налево через двойную сплошную полагается штраф 1500 рублей. Но пока не заработал новый светофор, водителям дают время привыкнуть. Пока никаких административных штрафов мы не накладываем. Ведем только профилактическую разъяснительную работу. Еще раз водителям напоминаем, что на данном участке в ближайшее время левый поворот будет полностью исключен. Старый светофор демонтируют. От торгового центра можно будет поворачивать только направо. Разворачиваться непосредственно на перекрестке. А при движении в центр города поворот налево можно будет совершить у проходной завода Тарасова и проехать по дороге Дублеру. В будущем на перекрестке планируется установить видеокамеры для фиксации нарушений. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.